зрителям, подписчикам привет. Приехали собирать теплицу. Легенда 3x5 будет и парник Теремок. Пока разложились, будем собирать брус, параллельно готовить торцы. Каркас поставили, закрепили к основанию. Нанизали поликарбонат на стены. Сейчас будем ставить перелив, параллельно прокручивать полик. И перейдем к покрытию крыши. Завершился монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицу Легенда и Теремок. Легенда 3x5, цельная дверь, форточка в торце, снизу вверх на термоприводе. 4 нитки подвязки, 2 коньковые фрамуги на термоприводе. Каркас из профильной трубы 40x40, покрашен полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, все торцы защищены торцевым профилем. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100, обработан антисептиком и закреплен к земле с помощью якорей. Также имеются диагональные усилители. Такая штука есть. Так, Теремок. Теремок. Брус тоже 100 на 100, закреплен к земле. Теремок 3-метровый. Створки на цепочках, все как положено. Подпоры лежат внутри. Сделан каркас с трубы 20x20, покраска полимерно-порошковым способом. Поликарбонат такой же толщины, 4 мм, все торцы защищены торцевым профилем. Отличная теплица и классный Теремок у нас получились. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.